have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет-привет! Пойдем мы сегодня в Would You Rather и будем выбирать нашу судьбу. Как в Mortal Kombat прям звучит Choose Your Destiny. Так, хорошо. Нам-нам-нам или вам-вам-вам? Так, тут выбирали между Segway'ем, ну или этим. Это не Segway, это как он называется, эта штука? Hoverboard. Hoverboard, да, или... Нет, стой, hoverboard это доска, а вот эта двухколесная шняга, как называется? Впустите. Ладно, еще 4 секунды. Слушайте, помогите мне, я не умею ездить. Все, ты встрял. Поздравляю. Так, следующий раунд. Следующий раунд. Хватит мороженое жрать, пингвин. Тут, видимо, был... Так. Бегать быстро или летать медленно? Ну, блин. Летать так же медленно, как у Лиды. Я буду летать медленно. Я буду летать. Видимо, тут у ребят был выбор между саксофоном и гитарой, был выбор между еще чем-то. Нет, ну реально, улитки раньше летали гораздо медленнее. Но это я уже говорил в прошлый раз, когда мы это записывали. Я не буду жаловаться, мне нравится. Я умею летать на Segway. Ого. Смогу ли я добраться до верха? Ну, я знаю то, что я точно смогу. Успею или вот в чем прикол. Ну, может быть. Вам-вам-вам. Нам-нам-нам. Ну что, вверх или где? Вверх. Есть. А я не могу долететь до верха, потому что я спотыкаюсь от стену. Слишком большая стена. Прикинь, я лечу, а тут резко стена вылетает. Стопыкаешься? Да. Хорошая утка или злая утка? Я буду злой уткой. Злая утка, это красная, да? Это красно-черная. Я буду злой летающей уткой. Кто сказал? Летающая утка на колесах. Злая летающая утка на колесах, прикинь. Такой сквозь тернии к звездам. Злая летучая уточка. Это было слишком жестоко. Злая летучая уточка. Итак, что... мы все, мы так и останемся? Лоль. Еще и какой лоль? Не, мы не останемся Нет! Утками. Нет! Итак, что нам предлагают? Mortal Kombat или Street Fighter? Я пойду в Street Fighter. Мне больше Mortal Kombat нравится, но почему Иди мы Иди в Mortal Fighter? Kombat. Я не против. Нет, мне на самом деле оба нравятся, просто... спасите. Ау. Слушай, Mortal Kombat ваншотит. Да, Mortal Kombat ваншотит. Стреляй! Оба! Стреляй! Да она целиться не умеет, она на телефоне играет. Люди, кто на телефоне играет, вот да, их жаль просто. Ладно, впустите. Следующий раунд. Что нам предложит следующий раунд? Хватит махать тут палашом своим, блин. Слушаю. Так, быть пришельцем или быть роботом? Я, пожалуй, роботом побуду. Пришельцев щупальца всякие там, всякие... Можешь выбрать кое-какой раунд. Какой? Есть очень интересный раунд. Быть конусом или быть дорожным сигналом. Давай. За поинты. Сколько у меня поинтов? 21 тысяча, даже 22 тысячи. Я кот-робот. Так. Пришел роботы, съесть ваш роботы. Вискас. Кстати, мороженка совпадает. Хи-хи-хи. И очки! Смотри, очки на моей шляпе. Офигительно! Совпадает с глазами робота. Все, у тебя усы, очки и мороженка. Все, я робот, шериф. Так, Соником или Майнкрафтером? Конечно же, Соником. Давайте в Соником. Я не хочу Майнкрафт.
Нет, Майнкрафт на самом деле довольно-таки интересная штука, если не фанатить с ней. Майнкрафт не моя жизнь. Почему я не бегаю по стенкам? А я умею. И почему Соник в Ти-позе, ребят? Ну серьезно, сделайте анимации. Я Ти-Соник. Ти-Соник. Ладно. Это, ну, типа, скинчик прикольный, но толку с этого не вижу. И сейчас я стану Консом, прикинь. А это сейчас наш раунд будет? Да. Погоди, а что ты не выбрал? Потому что у меня поинтов нету. Я все потратил на летающую курицу. Ну да. Конусом или... Я буду знаком. Хорошо. Договорились. Так мы посмотрим, что мы выбрали. О, тут снизу сказано, что уровень выбран мной. Ха, круто. Это не Traffic Sign, это Traffic Light. Я рюкзак, конус. Светофор, серьезно? А я конус. Я фиолетовый конус. Погоди. Дай мне найти тебя. Привет. Привет. Я конус, я хочу остаться конусом. Я так понимаю, что в игре нету светофора. Единственное, что может быть светофором, это рюкзак. Значит, в игре есть рюкзак-светофор. Кстати, прикольно. Ох, как же мне нравится этот конус. Он такой офигительный. Хочу остаться конусом. Нет! Это были 10 секунд счастья. Хорошо, давай посмотрим, что у нас дальше. Съесть щенка или... Ну, конечно же, съесть человека. Человека, конечно. Ты что, кто будет щенков есть? Жри котят против шерсти. Я вообще-то кот. И мне можно кушать человека. Какой вкусный человечек. А, меня это убило. Блин. У них невкусные ногти. Да. Ты ногтем подавился, он просто не переварился в желудке и все. Такое бывает. К сожалению. Такое встречается каждый день. Так. Ну-ка посмотрим. Ка. Мини-игры? А что за мини-игры, кстати? Тут есть мини-игры. Ладно. Блин, вы уже выбрали? А, нет. Вот, все. Следующий раунд через... Патриком или Спанч Бобом? Быть Бобом или Патриком. Но я хочу быть Патриком, потому что быть тупым довольно-таки интересно. Ну, как минимум, у тебя нет проблем, потому что ты их не осознаешь. Я бы не сказал, что Спанч Боб прям умный. Ну, как бы тут такая фишка. А ко мне пружина прилипла. Но модные желтые трусы! Это, конечно, круто. Чувак. Длинную эту странную губку с длинную 20. Интересно, этот рот, это текстурка или это реально вырезанная штука? Что у тебя? Кадр просто на все 100, офигеть. А, ладно, ради этого стоило взять Патрика. Так, Чирозардом или Пикачу? Ну, конечно же, Пикачу. Ладно, пусть будет Пика. Пика, если ты это смотришь, чувак. Раунд, посвященный тебе. Пикачу. Жалко, они не говорят такие, пика-пика, пика-пика. Да посмотри на его человеческую, давай его током ударим. Давай. Слушай, давай на этом хвосте поджарим бекон. 7. Что за 7? Может быть 8? Так. Какой же вкусный бекон на хвосте. А из чего ты бекон жарил, мне интересно? Откуда, откуда у тебя лимонные шарики здесь? Да, просто. Опсы помогают мне находить лед. Ясно, посмотрим. Оборотнем или вампиром? Быть вампиром или быть оборотнем? Ну, конечно же, быть вампиром. Да, ладно, я тоже, наверное, пойду к вампиру, потому что это интересно. Уходи! Слушай, я злой! Посмотри, я злой. У тебя брови. Просто посмотри. У тебя брови нарисовались поверх кошачески. Это просто гениально. Что происходит?
Как идеально легли эти брови. Это просто... А! Так. Ладно, это было круто. Дальше. Ты идеальные брови. Они существуют. Знаешь так, не существует идеальных бровей. А, нет, ладно, существует. А не, я не буду жрать никого. Я вампир, я не ем людей, все. А я, пожалуй, поел бы кровь человека. Это сырой человек. Я не буду есть сырого человека. Как бы кровь есть только в сыром человеке, если что. Что ты там собрался не жрать, когда у тебя нет выхода. Оп, оп. То есть поедание щеночков дает точно такой же эффект. Их шерсть забивает тебе глотку, и ты задыхаешься. Слушай, прикольный эффект, прикольный скин, глянь. Прощелкал. Ладно. А что за скин-то? Ну вот это вот черно-белый, смотри. А, черно-белая няшка? Да-да-да, прикольно, мне нравится. Так, конечно же, шанс получить лям или... Я пойду на 1000, идите нафиг. Все, у меня есть 1000, до свидания. Ты получил лям. Не все его получили, видишь? Ох, какой же. Ты посмотри на мои глаза. Дай мне посмотреть на твои глаза. О, тебя, ты любишь деньги. Какие же у меня деньги. Слушай, деньги. У меня здесь рука с деньги. Рука с деньги. Рука с деньги. У меня рука из денег торчит. Или деньги из руки. Заткнитесь и берите деньги. Нет, блин, верните мое бабло. Верните. О, бабло. Бабло. Я вижу бабло. Суперменом или Бэтменом? Не, ну, спасибо. Конечно же, давай я буду супер Бэтменом. Да блин, один в хэллоуинском костюме, другой носит трусы поверх штанов. Оба, блин, такие себе. Слушай. Ты полетел? Я реально стал супер Бэтменом. У меня есть крючок, и я умею летать. Тебе крюк дали? Да, мне дали крюк, и я умею летать. Я супер... А, вот это было сейчас интересно, Супер Бэтмен. Я Супер Бэтмен. Чувак, а чё ты такой длинный, фига себе. Ты чё, растишку ел, что ли? Пустите, спасибо. У тебя нос отрезали, у тебя теперь пластырь на носу, что с тобой? Где? Ой, это правда. Так, нубом или гостем? Я хочу быть гостем. Блин, а это получится быть гостем? Я хочу быть гостем. Я надеюсь, что получится. Нет, ну два скина-то... Да, нубятину дали. Не получится быть гостем. Зарегистрируйтесь, чтобы изменить ваш вид. Блин, а по-моему мы с тобой ни разу гостем-то не играли, да? Не, не были. Да, я не помню, в те времена, когда мы начинали играть, вообще можно было такое делать или нет? Можно. Мы просто тупо сразу зарегистрировались. Да. Ясно. И в принципе сейчас тоже можно быть гостем. Не, ну сейчас-то да. Сейчас-то времена уже современнее стали, уже все. Сжечь. Так. Потреблять бутылку солнечного масла. Sunscreen, get burnt. Не, я, пожалуй, ладно. Давай sunscreen. Нет, я обойдусь. Если я съем это, то я не буду гореть. Оно и то смерть, вот в чем прикол. А я не буду это пить, так что я не умер. Ну, как бы, у тебя еще и рука в кармане. В смысле? Ну, не съеденная. Несъеденная рука, а? У меня отобрали мешок с рукой, и я потерял руку. Да. Лапу. Лапу. Ты посмотри на эту вкусную языке? Банку мочи. Зачем ты ее держишь в руках? Брось, фу. Что будет, если ее выпить? Прикинь, как обидно, если в кого-то кинуть шарик не с водой, а с мочой. Уточка, давай теперь хорошей уточкой побудем. Я хочу быть злой уточкой. Я буду кидать во всех банку мочи.
Это было бы зло, да. А, ну. Блин, у меня банка лучи возле шеи, нет! Доброе уточка мне напоминает. Помните, мы как-то с вами в Роблоксе играли в игру, где у нас была такая желтая уточка, которая убивала всех других уточек. Там, кстати, было прикольно. Может, как-нибудь туда вернуться? У меня, наверное, шея сильно болит, и бабушка мне дала это... Уринальную прикладочку? Да. Ну-ну, сейчас. Вот это вот похоже на бабушкин стиль медицины, да. Приложи мочи. Угу. Фу. Я умер. Ты это выпил? Не, я ресетнулся. Ясно. Шлем Валькирии или Федору? Я Федору хочу, это конечно, стильно. Федору. А у меня топ-хэт. Как топ-хэт будет с Федорой? Нет, она украла у меня целых 500 баллов. У меня Федора. Я в топ-хэте. Вот так вот сделай, смотри. Вот так вот, глянь. Вот под козырек заглядываешь. И моя видишь, Федора что... более стильная. О, у нас разные Федоры. У меня какая-то коричневая, у тебя белая. У тебя... Твои шикарные брови, куда они делись? Их прикрыла Федора. Ладно. Слушай, можешь выбрать какой-то еще раунд, зима или лето? Так. Это при самом конце. Быть орлом или быть волком? Конечно же, быть орлом. Так, да, давай орлом, по крайней мере, полетать получится. Я выбрал еще один раунд. Тратим так тратим, мне пофиг. Вот это прикольно. Я такой реалистичный. Тут анимация крыльев есть, забей, ты реалистичнее Соника. Ты вообще видел мои крылья и мое тело? Я смотрю на свое сейчас, у меня все нормально. Ты посмотри на меня. Делай, как я, делай. Ты где? Вот, я рядом с тобой летаю. Ага. Ты посмотри на эти мелкие крылышки, на огромнейшее пузо. По-моему, я должен упасть вот так вот. Ты что, пчела, что ли? Да. Меня волки пытаются съесть. Что со мной? И следующий раунд должен быть зимой или летой? Может быть, через один, я не знаю. Зима. А, нет. Да, пойдем в зиму. Ну, конечно всё. Же зима. Конечно зима. Вы чё, посмотри, ребят? Все девушки выбрали лето, а все парни это выбрали девушки. Зима. Да. Им ну-ка. Только бы на пляже что поваляться. Что будет, если сделать так? О, рядом со мной... Я ожидал не снежную тучку у меня над головой, а прям снег вокруг. От первого лица посмотри. Да, от первого лица это работает. И музыка приятная. Офигительно. А у них там солнышко. Интересно, как солнышко от первого лица? Его же вообще не видно. Да. Не, ну зима всегда круче. У нас сейчас уже, к сожалению, весна, но зима всегда в нашем сердце. Это хорошо. У меня до сих пор зима. Мне тоже. Классно. Может, оно останется с нами? Было бы круто. Да, оно останется с нами. Ты посмотри. Так, стать динозавр или единорог? Стать динозавром. Ну, динозавром, конечно. Я, конечно же, хочу быть единорогом. Единозавр! Единозавр? Единозавр. Давай... Я не такого единорога себе представлял. Идите сюда, мелочь. Ам-нам-нам-нам. Я реально не такого единорога себе представлял. А какого? Те же не уточняли, он плюшевый или не плюшевый? Ты посмотри на эту тусычку динозавра. Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Когда ушел с дискотеки, но дискотека не ушла с тебя. Тыц-тыц-тыц. Слушай, скажи ей и данс. Я вижу это, да, спасибо, мне хватило, я посмотрел. Так, хорошо. Есть песок или есть грязь? Я, пожалуй, понаблюдаю. Я, пожалуй, поем песок. Хотя в грязи так много белка можно найти. Если ты про червей там закопанных... Слушай... Люди, которые едят песок, становятся песочно-белыми, а люди, которые едят грязь, становятся, ну... грязно-черными. Да, посмотри. У тебя скин не меняется. А, меняется, фу.
почему я... Что стало своей собой? Сова где-то побывала. Сова тоже побывала там же, где и голова твоя. Какой-то задница явно. Невкусно. А, хэштег, жри песок. Поиграть в Roblox или играть в Minecraft? Roblox, конечно, какой Майнкрафт, ребят? Ну, Майнкрафт-то мы играли, Roblox. У нас есть Майнкрафт Данжонс. Я еще не пробовал выбирать Майнкрафт. Я буду гостем. Ну, какая же офигительная здесь музыка. Гость. Здесь крутая музыка. У нас вообще музыки нет. Прикол. Лохи. Ха-ха. Вы все облажались. Ага. А, кстати, кто вспомнил, откуда эта фраза? Выпустите меня. А чё? А, еще 3 секунды. Ладно, ребятушки. Ну так мы сегодня с вами проверяли наши выборы, быть или не быть. Но на этом все. Поэтому будем закругляться. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. И всем покеда. Всем покеда.